Второй год подряд мы проводим конференцию «Антикризисный пиар. Управление репутацией и работа с негативом». Тема очень актуальна. Тема репутации вообще в тренде в последнее время. Все больше и больше компаний обращают на это внимание. И интерес участников это подтверждает. К нам приехали люди, как всегда, со всей страны и из ближнего зарубежья. Мы разобрали кейсы участников, поговорили о различных отраслях, о банковском секторе, поговорили о телекоме, поговорили о нефтяных компаниях, поговорили о государственном секторе, мониторинге. Разные аспекты рассмотрели, дали участникам инструменты, которые хотелось бы, чтобы им не пригодились, но если вдруг случится кризисная ситуация, помогут им решить ее и выйти с честью, сделать свой антикризисный пиар правильным и полезным и эффективным. Ну и, конечно, негатив в соцсетях, негатив в интернете, тема на сегодняшний день очень острая, касается практически всех. Гадости пишут про всех, чем бы вы ни занимались. Мы постарались дать какие-то инструменты, советы, рекомендации, что делать, как защищать компанию, репутацию и себя лично. Хотел бы поблагодарить организаторов за прекрасную конференцию. Это какой-то свежий взгляд на то, что мы делаем, свежие мысли, идеи. И, конечно, хочется поскорее вернуться в офис и все переменить, изменить. Сегодня мой доклад был о том, как устранять и обрабатывать возражения и негатив с помощью e-mail рассылок. Говорил о вызовах 2018 года для любых техподдержек, любых компаний. Старался сформулировать некие правила и вопросы, которые необходимо себе задать, чтобы эффективно решать негатив в социальных сетях. Мне показали, как это реально можно делать, рассказали, как это можно делать, и показали, вот, ребята, оно реально работает. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это круто. Как всегда, у Тимура душевно. Для меня конференция Тимура – это уже семья. Кого-то узнаешь, с кем-то пил кофе, кого-то провожал в самолет. Мне понравилась такая непринужденная, легкая атмосфера. Меня очень впечатлила вчерашняя нетворкинг-сессия. Достаточно легко получилось найти контакт со всеми учениками. Это все было так хорошо скоординировано. Очень крутой нетворкинг всегда здесь. И когда конференция проходит два дня, на второй день, даже глядя в зал, ты видишь уже компашки, друзей, друг с другом обсуждают доклады. Очень полезно и интересно в первую очередь сравнить свой опыт, какие-то свои кейсы обсудить как со спикерами, так и с другими участниками. Что немаловажно, было много вопросов в кулуарах, в личном порядке, то есть вопросы были очень индивидуальные, и это не может не радовать. Организация очень хорошая, начиная от того, как добраться, как зайти, все прекрасно встречают, улыбаются, провожают на кофе-брейк. Очень хорошие тайминги, потому что не устаешь, когда слушаешь спикеров. Каждый раз вижу, что мероприятие прогрессирует с точки зрения аудитории, организации. Очень интересно, всегда рад выступить. Конференция Тимура – это настоящая семья, которая объединилась вокруг знаний.